На ежегодной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» подвели итоги. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что благодаря слаженной командной работе Московское областное отделение последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Одно из таких – помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей. Партия имеет возможность всегда быть на обратной связи с жителями, избирателями по конкретным ключевым вопросам, которые их волнуют. Мы сегодня самая большая партийная организация в Московской области и единственная партия в стране, которая имеет представительство в виде первичек на территориях. На конференции традиционно отметили лучшие муниципалитеты – Химки в числе награжденных. И не случайно. Партийцы принимают активное участие в жизни городского округа. Занимаются волонтерством, проводят патриотические мероприятия, помогают бойцам специальной военной операции и их семьям. У нас работает 19 программ партии «Единая Россия» на территории. Все сферы социально-экономических задач, которые есть сегодня, они охватывают. И таким образом, будь то либо ремонт, либо содержание подъезда, двора, строительство новых парков, детских садов, школ или объектов соцкультбыта попадают в эти 19 программ. В Химках сегодня работает 118 первичных отделений, а это более 4000 однопартийцев, которые и реализуют проекты, охватывающие все сферы нашей жизни. Юлия Самошина, новости, Химки ТВ.